Клавиатура Google Bard теперь поддерживает более 500 языков и их разновидностей. Компания Google опубликовала небольшую статью в честь очередного обновления ее клавиатуры Bard. Клавиатура Google обновляется постоянно, но новая версия знаковая. Дело в том, что Bard теперь поддерживает более 500 языков и их разновидностей. Напомним, клавиатура Bard была выпущена всего 2 года назад и поддерживала на тот момент около 100 языков и их разновидностей. Так что темпы, с которыми Google развивала это, повпечатляют. В Google Play у клавиатуры средний балл 4,3 и более 1 миллиарда скачиваний. Отдельно Google похвасталась тем, насколько сложную работу делает для добавления редких и малораспространенных языков, не только используя машинное обучение, но и привлекая носителей языка.